Аслан Камбиев, голкипер команды Кабарда и, наверное, MVP сегодняшнего матча, несмотря на то, что был заменен минут за 10 до конца, но заменен был по травме. Отстоять на 0 против Черкес 07 – это серьезное достижение, которое пока было не подвластно, по-моему, ни одному вратарю лиги. Какие эмоции испытываешь? Ну и самый главный вопрос все-таки – как твое здоровье? Прежде всего, хотел сказать, поблагодарить команду соперников. Мы на них настраивались, они тоже настраивались. Не сказать, что перед матчем мы говорили, что на ничью там будем играть. Ну, это как бы слова, мы братская команда, вот руководитель команды Черкес Аркфасов Хасан, благодарим его, он нас всячески поддерживает. Ну, это, как говорится, за пределами поля, а на поле мы соперники. И что еще хочу сказать насчет нашей команды. Всех благодарю, все выгрызали каждый клочок поля. Все, ну, я доволен всеми. Все-таки по поводу здоровья, либо успокой, либо объясни, что произошло, почему не смог продолжить игру. Столкнулись с нападающим в моменте, ну, я чуть мяч обронил, он тоже на мяч пошел. На скорости получилось, вот ребром. Сейчас снимок сделаем, посмотрим. Надеюсь, все нормально. А так, насчет того парня, который, ну, столкнулся, ничего против, ну, он это не специально сделал. Ну и последний вопрос, наверное. У тебя уже довольно серьезная карьера за плечами. Понятно, что возможно считать этот матч лучшим или не считать, это вопрос к тебе. Но вот хочется как раз спросить, были ли игры более крутые или же все-таки это одна из лучших? Не сказать, ну я не знаю, это, наверное, не ко мне оценивает за пределами поля. Ну, я старался, ну, были и хорошие матчи, были и плохие, но... Ну, по личным ощущениям, вот сегодня ты как себя, ты ощутил кураж какой-то, что-то, да, было? Да, я вот в первом тайме, как говорится, поймал кураж, и на кураже как бы все старались, и защитники тоже помогали, это не моя, ну, только не моя единственная победа, это победа, не победа, а очко, так скажем. Очко на вес золота, да? Это против такой хорошей команды, ну, для кого не секрет, это самая лучшая команда в первом дивизионе и по составу, и по игре. Сыграть в ничью, это, я думаю, достойный результат. И причем мы во втором тайме, весь практически второй тайм играли в десятером. Да, в меньшинстве остались. Ну что ж, спасибо и скорейшего выздоровления. Спасибо.